Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем играть Layers of Fear. Только теперь мы будем играть уже дополнение к ней, которое называется Inheritance, если я правильно прочитал. Погнали, посмотрим, что из себя оно представляет. Захотелось мне острых ощущений. Я как раз выровнял свой сон и планирую его опять напрочь сбить после игры в эту игру. Слишком спокойно сплю. В детстве я часто лежал поздно ночью в своей постели, уставившись в потолок и слушая крик отца. Он кричал на мать. Под конец он просто кричал в темноту. Этот крик стал моей колыбельной. И даже когда меня забрали оттуда, эти крики продолжали преследовать меня. Кто-то сказал мне, что безумие у моей семьи в крови. Пора положить этому конец. Я там не успел прочитать, скорее всего, отец кричал из-за картин, которые ему не получались. Так, есть, чтобы включить фонарик. Так, мы в том же доме, отлично. И теперь у нас наконец-то есть фонарик. Это, походу, как раз той пункт, который в меню был, но я не мог его никак заюзать. Так, хорошо. Тут пусто. Закрывайся, дверка. Так, мы можем сразу же отсюда уйти? Ага, сейчас, конечно. Ладно, идем. Так. Ага, это получается дом в том состоянии, в котором мы... Которое мы видели, когда закончили играть как раз прошлое прохождение. Так, надо сразу же открывать все тумбочки. Так, здесь ничего. А вот записочка. Любимая, я все думаю о том, что произошло. Я все пытаюсь понять, моя дорогая. Помоги мне, я ничего не понимаю. Зачем ты это сделала? Неужели ты решила, что иного способа нет? Ответь мне, черт возьми. Чем я заслужил это? Я сделал все, что мог, ты это знаешь. Я дал тебе все. Ты эгоистичная сука. Почему ты так поступила с нами? Мы играем за ребенка. Художника, но я так и не понял. У него вроде как была дочь, но я что-то проглядел, и я не помню. Вначале вроде как от имени мальчика велся рассказ. Или от девочки. Ладно, это уже со временем узнаем. Скорее всего, девочка. У него вроде бы все же дочь была. Так. Здесь всегда пусто в этих шкафчиках, но... Как ни странно, не в этот раз. А ничего, говорить нам не будут. Ну ладно. Я уже привык, что такие предметы в большинстве случаев были говорящими. Так, тут пусто. Тут все. Все посмотрели, да? Да. Хорошо, давайте посмотрим тут и сходим на кухню. В кабинет и мастерскую мы в последнюю очередь пойдем. Фу, ну и вон здесь. Да, это вроде бы женский голос, так что, скорее всего, мы играем за его дочь. Вонь. Вонь, потому что, скорее всего, не убрали все продукты. Перед тем, как что-то случилось. Но что случилось, кстати? Дом сгорел или что? Вроде бы нет, вроде бы просто руины, просто разгромили его. Составка. Клянусь, если этот пес сейчас же не заткнется. Собачка. Что? Перестань смотреть на меня так. Пес оказался здесь не случайно. Ладно, можешь выпустить его на этот раз.
он запирал вот здесь. Стоп. Он типа вот здесь запирал собаку. Кстати, тогда после окончания игры, насколько я помню, здесь было замуровано все. А теперь опять разбитая стенка. Он чё? Он что, пытался зажечь собаку? Ужас. Кошмар. Так. Больше здесь ничего нет. Пусто. Как-то я уже даже соскучился по этой игре. Все-таки она очень атмосферная. Надеюсь, что это DLC меня не разочарует. Я почитал коротко про вторую часть, и я все-таки планирую тоже ее пройти. И там прям очень заинтриговало, грубо говоря, короткое содержание о том, о чем она будет. Прям жду, что я приступить к ней. Здесь все развалено. Крысы. Натюрморт. Угу. Не то слово. Интересно, будут ли здесь тоже какие-то такие видения или только воспоминания для раскрытия истории. Истерит хаос. Я вас слышу. Я иду, мелкие мохнатые ублюдки. На этот раз вам не уйти. Что, черт возьми, ты делаешь? Убирайся отсюда. Я не понимаю, где мы в этих заставках, в тех помещениях, где мы сейчас находимся, и почему все такое странное, коричневое, какая-то такая цветовая палитра, очень странная. Обычная мышеловка. Он меня запирал здесь, чё? Да, никому такого отца не пожелаешь. Куда идем? Идем в мастерскую? Скорее всего, она заперта. Нет, она открыта, как ни странно. Ладно, давайте в мастерскую пойдем попозже. И подвал открыт. Блин, сюда идти или наверх? Ладно, давайте сначала в мастерскую. Интересно, когда эти стены в последний раз видели солнечный свет? Похоже, никогда, учитывая то, что зарисовано. Опять заставка. Что это? Мы должны что-то нарисовать? Ух ты, прикольно. Что ты делаешь? Положи немедленно. Ты уже не маленький, чтобы заниматься... короче, такой размазнёй, насколько я понял. Интересно так. Какой детский мир воспоминаний. Блин, так одновременно и уютно как-то, и красиво. В то же время жутко. Наконец-то, ты готова принять настоящее искусство? А он типа ругал нас за то, что мы рисовали карандашами, а не красками. О да, летние деревья. Зеленые, налитые жизненной силой, и в то же время молодые и неопытные. Давай подберем для тебя более подходящее время года, когда они станут чуть старше и мудрее. Давай
Но я буду упертым. Что здесь? Это краски. Нет. Я не буду брать краски. Возьму опять карандаш. Нет, положи мелок. За что так хорошо. Нет, я буду рисовать мелком. Ты уже не маленький, чтобы заниматься этими глупостями. Я все равно... Блин, где мелок? Где мой мелок? Мне не дают возможности. Ладно, да-да, настоящее искусство. Да-да, летние деревья, хорошо, я возьму краски. У меня как бы... Ты не даешь мне выбора, ублюдок. Что это я слышал? Как на меня... собака ворчала. Великолепно, давай добавим немножко еще того цвета. Это не сделает картину хуже, я не досмотрел. Я опять возьму мел. Ты задрал, я хочу рисовать мелком. Ну, нам не дают выбора. Летние деревья, да-да-да, давай. Ляпнем еще зеленого цвета. Еще раз того же цвета, что это не сделает картину предсказуемой. Еще того же цвета, ты хочешь просто все в зеленым залить или что? Мужик, что с тобой? Сколько я должен добавлять этого зеленого цвета? Так, ничего не меняется. Скорее всего, нам надо что-то другое делать. А не постоянно добавлять один и тот же цвет. Какая-то женщина. Что это было, я слышу какие-то маленькие шаги, как будто какая-то даже не крыса, это больше похоже было на какое-то насекомое. Сюда я не могу пройти, надо вернуться обратно. Красный цвет. Пёсик. Ух, тело мурашками покрылось на самом деле. Вроде как бы и не страшно, но... Давайте. Где ты, пёсик? Так. Я вот не помню, здесь же не было этих стульев. Давай красного добавим. О, да. В жизни наступает осень. Время, когда человек ищет что-то там. Посмотрим, что станет с нашим домиком, когда сгустятся тучи. Типа, надо взять... А, здесь меняется и локация вся. Там где-то был синий цвет. Где эта собачка? Она так... Жуткие звуки. Так, ладно, идем добавим вот этот синий цвет. Так. No, any old house will do in times of prosperity. Мы должны увидеть, что станет с домом, когда небо потемнеет от невзгод. Давайте возьмем опять мелок. Ну, я хотел мелком. Опять все по новой, блин. Хорошо.
Да я понял, ты не отпустишь меня, пока я не сделаю все так, как ты хочешь. Где этот... А, сразу же вернула к следующему цвету, хорошо. Давай желтый возьмем. Но ты хочешь другой какой-то, черный что ли, или что? Давайте поищем что-то темное. С какой-то голубой. Давайте постараемся, возможно, здесь вообще можно как-то убежать отсюда. И что дальше? Угу. Прикольно. Прикольный эффект. Блин, эта игра умеет удивлять обстановкой. Я не могу выше подняться. Хорошо, возвращаемся назад. Странно, мы попали в тупик. Мы можем катить мячик, хорошо, давайте. Звуки стрёмные. Один из самых противных звуков в жизни — это плач ребенка, как по мне. И он противный не из-за того, что вот сам звук противный, просто от него становится как-то неловко, неудобно каждый раз. Как будто то ли ты чувствуешь свою вину за это, или что-то вроде этого. Но это у меня так. Я не знаю, как там у кого. А, вот черный цвет, да. Опять эти странные картины с двойными лицами. Кстати, друзья, старайтесь сами читать субтитры в диалогах, потому что я могу не успевать их до конца дочитывать. Но я буду стараться. Видишь, все, что мы принимаем за данность, в конце концов оказывается хрупким и недолговечным. Человек приходит и уходит, а природа остается. Кстати, сдается мне, нашему гордому жеребцу что-то там. Давай сделаем мир чуть светлее. Ага. Надо добавить более ярких красок для нашей коняшки. Я уже не буду брать мел. Или все же взять. Я думаю, от этого, опять же, будет зависеть концовка. Давайте все же возьмем мел. Все же я буду настаивать на своем. Что ты делаешь? Put that down. You're much too old for that childish nonsense. Опять та же реплика. Finally. Хорошо, я понял, но я все равно буду при каждой возможности брать мел. Я думаю, что от этого потом все равно будут какие-то изменения в концовке. Буду таким вот упертым бараном. Где опять эта собачка? Иди сюда, я тебя поглажу. Я слышу ее лай, но я ее не вижу. Я ее только один раз увидел, тогда она прям ко мне подбежала. Добавить розовый, мне кажется, ему не понравится прям розовый цвет. Ну ладно, это первые краски, которые я нашел, так что давайте пробуем.
Нет, влажная тряпка нам ни к чему. Какого бы цвета она ни была. Окей. Этот розовый ему не подходит. Странно, что здесь даже на английском его реплики не было. Покупать. И я слышал, что в Стиме она, походу, озвучена полностью на русском, но покупать ее еще и в Стиме я не буду. А качать торрент, ну, такое себе. Более YouTube этого не сильно жалует. Ну окей, ладно, идем сюда. Блин, здесь такие лабиринты. Чё? Что за... Да ладно. Эта текстура должна была меня напугать, я не должен был в ней застрять. Алло, разработчики, да ладно, да что вы? Постоянно так радовали, а тут... Ну типа, это же баг. Это явно баг. Я не должен был вот так застрять в какой-то грёбаной текстуре. И что делать? Перезагружаться? Да твою мать! Выпустите меня. Здесь типа как бы, когда я кручусь, что-то меняется. Но я продолжаю быть застрявшим в текстуре. Может, я как-то еще подвигаюсь и меня отпустит? Скорее всего, нет. Давайте вот зеленый цвет. Ты меня не слушаешь. И зачем мне здесь влажная тряпка? Я понял, нам нужен другой цвет. Хорошо. Добавить тепла. Розовый тебе не подходит, я уже слышу. Окей, здесь больше ничего нет, надо идти сюда, опять ловить баг. Давайте попытаемся пойти в эту сторону. Здесь опять же этот пожар. Где эта собачка, блин? Быстро пробегаю шкаф, чтобы он случайно не упал и опять не забаговалось все. Давайте войдем в пожар. Вот, по идее, это должно было сработать как-то вот так. Теперь мы хотя бы застряли в комнате. А не в текстурах. И что теперь делать? Вот, пошли какие-то изменения, хорошо. Отлично. Вот только я здесь нигде не протиснусь. Так. Картина опять поменялась. Так, опять триггер. Отлично, лабиринт поменялся. Ну, тогда мы просто словили баг. С этим лабиринтом. Идем дальше. Так, нам нужен какой-то теплый цвет красок. Блин, вот запоминать здесь дорогу нету смысла. Опять розовый, да. Розовый не подходит. Но только лабиринт постоянно меняется и...
Непонятно, куда идти и где искать другие краски. Так, здесь мы вроде бы еще не были. Ну вот, мы добавили тепла. Теперь тебя все устраивает, папочка? Или это не то, чего ты хотел? Какая-то странная головоломка. Не мог. Что это за сумка? Ага. Что здесь у нас? Ничего. Идем дальше. Нам типа по кругу надо ходить или что? Вот желтый цвет, отлично. Пойдем добавим теплых красок. Опять багулечка. Ну это не багулечка уже, это то, как задумывали авторы. Хорошо. Идем, добавим немножко ярких цветов. Правильно, солнце согревает землю своими лучами. Становится теплее и еще теплее, и наконец... Чудесно, правда? Да, это больше похоже на трагедию, но красивая трагедия всяко лучше ничем не примечательного существования. Больной ублюдок. Думаю, по-своему он желал мне добра. Он хотел, чтобы я превзошла своего учителя. Надеялся, что когда-нибудь я добьюсь успеха там, где его постигла неудача. Смогу избежать его ошибок. Видит Бог, он их совершил немало. Так и да. Здесь что-то в банке? Нет, просто банка. Интересно... Какое время вот мы сейчас ходим? Это спустя несколько лет после тех событий, которые были в прошлой части? Или это же события сразу после того? Это рисунок, как он учил нас рисовать. Так, записка. Уважаемый сэр, моя должность предполагает получение всех видов корреспонденции, в том числе навязчивых писем, отвергнутых авторов и угроз оскорбленных читателей. Думаю, можно сказать, что это неотъемлемая часть моей профессии, однако за 20 лет работы в издательстве я не читал ничего подобного вашим последним письмам. Хотя я стараюсь всегда сохранять самообладание в свете вашего неуклонно растущего... энтузиазма, мне все сложнее отвечать на ваши письма в рамках приличия. Поэтому позвольте мне быть откровенным. Наше издательство гордится своими многочисленными публикациями, в особенности нашими знаменитыми энциклопедиями. Наш состоящий из маститых ученых коллектив неуместно трудится, снабжая читателей самыми современными сведениями и новейшей научной информацией. К сожалению, ваши изыскания не имеют никакого отношения к настоящей науке, а представленные вами визуальные подтверждения, пусть и впечатляющие с чисто художественной точки зрения, не могут служить доказательством чего бы то ни было. Честно говоря, ваши упорные попытки дать новые определения крысам и разоблачить их подлинную гнусную натуру вызывают уже не раздражение, а искреннее беспокойство. Если это была просто неудачная попытка художественного перформанса, должен сказать, что я нахожу ее образчиком дурновкусия. Если же вы писали серьезно, рекомендую вам обратиться за помощью к специалистам. Как бы то ни было, прошу больше мне не писать. С уважением, Чарльз Джозеф Маршалл, издательство Маршалл и Уотерс. Я так понял, наш отец решил написать статью, разоблачающую крыс и их истинную сущность. Но опубликовать это никто не хотел.
Так, здесь пусто. Здесь тоже ничего. Так. Блин. Теперь эта мастерская станет нашей мастерской, да? Типа, когда-то здесь висели крысы, а теперь будут висеть рисунки, которые мы рисовали. Наши воспоминания. Новые картины. Или просто я и не замечал раньше. Ну, вроде бы все, вроде бы больше здесь ничего нет. Куда теперь пойдем? Пойдем в подвал. Тихо, девочка, я тоже испугался. Все хорошо. Опять какой-то флешбэк. Нет, там было не так, может быть. Я говорил тебе не совать сюда свой нос. Сказать, что наш отец был замкнутым, не сказать ничего. Это наш отец, потому что он ездил на кресле-каталке, у него было что-то с ногой. Вот тут я не могу понять, что это. Это какая-то лестница падает на главную героиню или что? Ладно, окей, здесь мы, в принципе, дальше не можем никак пройти, да? Да, тогда возвращаемся назад. Интересно, насколько большая эта DLC-шка. Блин, вот там есть комната, в которую мы так и ни разу не попали. Ладно, пойдем туда чуть-чуть попозже. Даже давайте так. Давайте здесь мы остановимся и продолжим уже в следующем видео. Сегодня мы обошли весь первый этаж и в следующем видео изучим весь второй этаж. Договорились? У вас выбора нет, потому что я сейчас закончу видео. Всем спасибо за просмотр, друзья, и увидимся совсем скоро. До новых встреч!